Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Мы находимся в светофоре, город Богородицк, Тульская область, защитная 10. Подгузники, трусики от 5XL от 13 до 20 килограмм, 40 штук, 324 рубля 40 копеек. Производитель, вот он, Россия. Так, вот такие подгузнички, смотрите. Пояс не сдавливает животик, воздушные каналы есть, позволяет коже дышать, мягкий хлопок, легко меняются, защита от протеканий, здесь вот тут она такая полосочка, защита от натираний, вот она, так, и мгновенное впитывание. Вот такие трусики одноразовые, 40 штучек от 13 до 20 килограмм. Вот они здесь. Так. Также женские гигиенические прокладочки, 20 штучек, 90 рублей 70 копеек. Вот они, смотрите. Защита 100% от протеканий. 3 капельки. Женщины знают, что это такое. 3 капельки. 20% экономия. Так. Это я уже показывала эти влажные салфеточки. Ну, еще раз покажу. С крышечкой 60 рублей 50 копеек. Здесь 200 штук. Вот она крышечка, вот у нее они сами. Так, и вот привезли, смотрите, вот такие салфетки бумажные, однослойные, 200 штук, производитель Баркот, 1880. Вот такие салфеточки. Так, производитель у нас Иваново, город Иваново. Беленькие, вот такие на стол салфеточки. Для торжеств белые. Так, я также показывала вот эти салфеточки, перышко 20 на 20, двухслойные, 49,80. Вот такой красивой упаковки. Смотрите, тоже я их уже обзорчики делала, но еще раз покажу. Может, кто-то просто проглядел, не просмотрел этот видеоролик. Сейчас мне рассказывала заведующая, бабушка 75 лет, своровала фисташки, хотела своровать. 400 рублей. Представляете, уже за пазуху. Она говорит, хотела позвать вас, чтобы вы сняли. Я говорю, ну это я уже не имею права снимать без разрешения человека. Это уже дело полиции, не мое. И воровство ниже там какой-то суммы. Раньше у нас 1000 была, когда мы работали. Но это было давно уже. Вот. А сейчас свыше там выходит около 3000, что ли. Чтобы заводить уголовное дело, надо, наверное, 3000, чтобы своровали на такую сумму. Ворует, ворует. Бабушке же около 75 лет. Так, это губка металлическая для посуды, все 10 штук. 38-40. Вот они, они. Так, это я уже показала. Мясо, смотрите, очень много мяса. Мясо хорошее. Я постоянно здесь беру. Цена 179 рублей на это мясо. 179,90. Мяса очень много. Очень. Люди берут постоянно. Тоже здесь. Сегодня четверг, вот привезли мясо. Видите, сколько. Так, Брянская. Поставщик сегодня Брянь. Брянская область. Там агрокомплекс. Слушай, вот не знаю, как вы лучше взять. Очень вкусные, очень хорошие. Сразу хочу говорить. Я приберу. Постоянно здесь яблоки. Воронежские 49,90. Цена приемлемая. Китас кусок весовой. Брянск 655 рублей. Вот такой. За килограмм. Кусок 655 рублей. Вот такие кусочки. Здесь 406 грамм.
Они уже в упаковочках. Так, вот это что? А это филе сельди с укропом. Вот такой пакетик. Не знаю, какая цена. Это филе. Вот оно, филе сельди с укропом. 253 рубля. Загадочная цена. Они, наверное, распасовали, я думаю. Она же не пришла же в этих фасовках. Значит, распасовка здесь была. Вот она, видите. Кто брал, уже пишите отзывы по поводу этого филе. Если кто-то уже брал это филе. Так, это что? Это я уже говорила. Это фотосуппинка вяленая. Вот она. Цена 101 рубль. 70 копеек. Вот она. Смотрите, фотосуп вяленая под пиво. Так, дальше. Лещ вяленый, 300 грамм, 74 рубля. Смотрите, вот такие лещи большие. У кого мужья на рыбалку не ходят, хотят леща под пивко, можно сюда. Вот такое. Смотрите, огромные, такие жирные, плотные, хорошие, не сухие. Прям вот я щупаю, не сухие. В этом я уже долго знаю. Так, это что у нас? Вот такая сельдь с сыром. Так, цена сельди с сыром 65-10. Вот такая сельдь с сыром. С майонезным соусом. Сыром. Первый раз приехала. Кто брал, уже пишите отзывы по поводу этой сельди с сыром в майонезном соусе. Так, здесь вот это я брала, мне понравилась золотая рыбка. Сразу хочу сказать. Так, ну и все. Новинок больше у нас здесь нет. Так, икра минтая. Это уже здесь было. Так, все. Новиночки. Здесь то же самое уже, что я показывала. Так, это что? Ярмарочные блинчики, масленица, 360 грамм блинчики. Так, ярмарочные. Цена 26-30 вот этих блинчиков, вот этих. Так, и вот такой. Опять мороженое вот такое шоколадное, 48 копеек. Она бывает очень часто. Там, цена 158 рублей за 432 грамма. Кто брал, пишите отзывы. Будем очень рады. Потому что, чтобы знали следующие покупатели, что можно покупать какой товар. Можно брать, какой нет. Оценки вы делаете. Покупатели. Опять привезли курагу. Здесь, значит, Узбекистан, 120 рублей 40 копеек. Я беру постоянно очень хорошую курагу. Сразу хочу сказать, мне она нравится. Обработана и все хорошо. Так, миндаль привезли Петербург, 500 грамм, 365 рублей 70 копеек. Вот она. Я не брала, сразу хочу сказать, я не брала. Так, фисташки, вот они, 500 грамм, которые бабушка хотела своровать, а ей не дали, 348,20. Вот такие фисташки. Производитель у нас, так, что, Санкт-Петербург тоже. Так, и вот у меня, так, и еще вот такие орешки здесь, там вот здесь вот эти орешки, которые я брала, сейчас я покажу, я брала, да, они хорошие, я это уже знаю, поэтому рекомендую. Кто хочет брать, берите, они вот здесь. Цена такая же, 160 рублей. Санкт-Петербург производитель, а еще есть вот другие. Такая ореховая смесь, но здесь уже, смотрите, видите, добавлены. Так, что здесь в составе у нас? Здесь уже другой состав. Здесь, значит, изюм, финики, арахис в сахаре, ананасы сушеные,
ядро абрикосов, банан сушеный. А вот здесь уже состав другой. Там были, значит, кишью, миндаль, дальше... Ой, я уже забыла. Вот, я это показывала, но я хочу взять, не знаю, денег хватит, потому что я мясо набрала, и тяжело нести. Думаю, в следующий раз, наверное, приеду, возьму. Я уже взяла тот. Если кто будет брать, пишите, пожалуйста, отзывы по поводу вот этой фруктово-ореховой смеси. Это фруктовые орехи, а там ореховая смесь. Там фруктов нет той, которую я показывала. Так, изюм я показала, нет, так, виноград сушеный, изюм, здесь килограмм, а цена, так, вот он, так, сейчас посмотрим там цена изюма. Виноград сушеный, черный, изюм, 105 рублей стоит, 20 копеек, производитель Санкт-Петербург. Это черный виноград, значит, был засушенный. Вот. Не брала еще, сразу хочу сказать, я не брала. А? Сейчас я свой шоколад вот такой с орехами. Он уже был, привозили его. А цены уже вот я не вижу. Нету здесь. Он уже, я озвучивала эту цену в своих видео. 190 грамм. Песочная с полосочками джема, килограмм, в этой упаковочке 160 рублей. Производитель Россия. Кто брал, пишите отзывы по поводу этого печенья. Так, и тут у нас печенье сахарное, сахарное, глазированное, глазированным дном, килограмм, шоколадная фабрика Липецкая область, 99 рублей. Спасибо вам за то, что посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Буду рада вашим лайкам. Кто не подписался, подписывайтесь. Я освещаю в Тульской области светофоры, дальше экспрессы и другие небольшие магазины и побольше какие, если я их посещаю. Все, пока-пока. Желаю всем здоровья, дорогие мои. Будьте здоровы, счастливы. Самое главное. Все, счастливо всем.